Друзья, всем большущий привет! С вами Алиса, и смотрите, кто к нам летит. Это Гомер на своих санях. Везет к нам много новогодних подарочков, а также зимнее обновление. Настолько долгожданное, просто очень-очень его ждала, думаю, как и каждый из вас. Ну что, давайте посмотрим, как же преобразился город. Вау, это уже вторая зима, которую я встречаю в Симпсонах, и, честно говоря, даже это второй раз, но для меня это настолько же волшебно, как и впервые. Это, ну, как будто ты заходишь в совершенно другой город, он, ну, настолько другой, просто потрясающе, ну, и ты успеваешь соскучиться потом за своим старым. Очень смешно выглядят эти кустики, которые прикрыты бережно мешочками, завязаны, чтобы не испортиться. Потрясающе. О, а кстати, у меня не было раньше этих кустов с розами, и вот они красиво так присыпаны. Обалденно. Просто сказка. Тут тоже эти кустики такие смешнючие. Очень мне еще также нравятся лавочки, самые простые. Там появляется у них ковер. Ух, я хочу еще глянуть на лес. Это вообще просто бомба. Обычные зеленые насаждения, которые, ну, совсем так пресно выглядят в городе, зимой просто преображаются в волшебную сказку, согласитесь. Эти красные обрамления ленточками потрясающие. Даже здесь озеро немножко застыло льдом, несмотря на то, что лежаки остались, но потрясающе. Давайте дойдем еще до леса. Ага, ну, к сожалению, да, грязевая дорожка, она никогда снегом не запорашивается так же, как и основная, но тем не менее. Это просто балдеж. А что еще классно, елочки, видите, они не осыпаются, они как у нас в жизни, зимой и летом одним цветом, всегда зеленые, добавляют таких зеленых, красивых, ярких красок в город. И, как мы видим, у них звезды есть на верхушках. Ну, как будто они все новогодние. Класс! Ну что, не так давно у нас было обновление про малышей Симпсонов, и, видимо, пришло время подключиться и самому старшему поколению. Наше новогоднее обновление будет называться «Эйп в стране игрушек». Ну, конечно же, вы поняли, что это будет относиться к нашему дедушке Симпсону. Будет 7 новых персонажей, а также один костюмчик для Красти. Сейчас крутим-крутим в самый конец. Есть. Вот мы как раз можем увидеть этот костюмчик для Красти. Красти христианин. Этот мужчина очень похож на Эйба. Возможно, это его отец. Так как мы знаем, в Симпсонах все друг на друга похожи. Вот остальные товарищи. Эта женщина очень похожа на Гомера, как мы видим. Интересно, кто это мадам? Ух, прям очень хочется узнать, что же будет. Остальная информация еще пока добавляется, ее еще нету, друзья. Я напоминаю вам, что сами задания стартанут по Москве в 17:00, а по киевскому времени в 16:00. Как всегда, сразу же после старта я снимаю видео и выгружаю. Как вы видели, я уже плодотворно не теряла время, активно фармила пончики, подготовилась. Но мало ли, будут какие-то уникальные декорации за пончики. И сейчас у меня практически 3500. Я надеюсь, мне хватит с головой. Ну что, друзья, до встречи в следующем видео. Всем пока-пока!